Здравствуй, я Сэм из Академии Фолзи. В этом видео я покажу вам, как удалить интернет-активности в Internet Explorer. Ваша история просмотра является информация, что в Internet Explorer запоминает и хранит на компьютере, как ваш просматривать веб-страницы, это включает в себя информацию вы вошли в формы, пароли и сайты, которые вы посетили, и это помогает сделать ваш опыт просмотра лучше. Если вы используете общий или общественный компьютер, вы не можете Internet Explorer, чтобы вспомнить свои данные о просмотренных страницах. При просмотре истории посещенных страниц вы можете выбрать, чтобы удалить определенные сайты или вернуться на веб-страницу, что вы уже посетили в Internet Explorer для рабочего стола. Нажмите кнопку «Избранное», нажмите «История» и выберите, как вы хотите, чтобы просмотреть историю, выбрав фильтр из выпадающего меню «Просмотр по дате». Показывает свои последние 3 недели истории, просмотр по сайте, показывает список сайтов, которые вы посетили за последние 3 недели, просмотр по наиболее посещаемым, показывает наиболее посещаемые вами сайты в последние 3 недели, посмотреть приказом сегодня посетил, показывает только сайты, которые вы посетили сегодня, чтобы удалить определенные сайты. Щелкните правой кнопкой мыши узел из любой из этих списков. Затем нажмите кнопку «Удалить» или «Вернитесь к странице», нажав любой сайт в списке. Чтобы удалить историю посещенных страниц, нажмите кнопку «Сервис», укажите в «Безопасности» и затем нажмите кнопку «Удалить историю посещенных страниц», выберите типы данных, которые вы хотите удалить из компьютера, и затем нажмите кнопку «Удалить». Если вы хотите Internet Explorer, чтобы удалить историю посещенных страниц, каждый раз, когда его закрыть, в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Инструментов», нажмите на опцию «Интернет» и на вкладке «Истории просмотра» выберите «Удалить журнал обозревателя» на флажок выхода, прежде чем нажать «Delete». Надеюсь, эта информация полезна. Спасибо за просмотр Академию Фолзи. Пожалуйста, как подписаться, поделиться видео, а также посетить наш веб-сайт fozyacademy.com.